трехочковый. Кимчане. Да, Гист и Ойо друг друга стоят. Помочь, считаю, ну, уже привыкли. Да. Нахуй взломали здесь защиту. Кимки действительно актироваться. Находят внизу Йовича. И тот искал и ждал жеребка. Прям выжидал. Ну вот сегодня мы видим игру. Два промаха из-под кольца совершил Цветозвезда, да, хотя выиграли подбор. Какую передачу Тима увидел! Жеребка, там были тайм-ауты. И Жеребка. Ну, как вот зеленая улица перед ним открылась. Никто его не встречал. Ну, к вопросу о физических кондициях, наверное, все-таки Химки выглядят предпочтительнее, чем красно-белые. Да, утомленный выглядит Звезда. Что у них по ротации? В принципе, они играют в 12 человек. У Звезды все выходили. У Звезды выходили все, да. Но не хватает. Наконец-то Жеребка забивает легкий мяч. Тимчан на атаку. Посмотрим. Потому Тима, что... Тима. Тима показывал, куда давать передачу. Алексей Швед получает свой мяч. И отдает передачу Йонасу Жеребке, который забивает с фолом. Букер уже готов вернуться.